Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Doom 3 BFG Edition. Мы находимся в аду. Я сейчас убавлю звук, а то грохну от этого непонятного гвалта, какофонии. Могу сказать, что в последней серии, когда мы сюда попали, нам было не очень приятно, потому что это все просто капец какой-то, на мой взгляд. Так, ну и продолжим. В принципе, жить здесь можно. Но, как говорится, осторожно. Потому что в некоторых моментах нам натурально стучали по голове. Но по большей части сложности не испытываем. Потому что, насколько я понимаю, в игре баланс все-таки переработали в угоду консольным версиям игры. То есть, чтобы не заморачиваться, сделали для всех версий баланс одинаковый. Не знаю, зачем это нужно было делать версии для ПК, но как бы там ни было. Ну, то есть, очевидно, что... Так, появляемся из воздуха, окей. Очевидно, что на консолях целиться посложнее, и реакция все-таки не та с аналоговых стиков. Поэтому и враги более тупые и менее меткие. Но да ладно. Я, в принципе, в оригинальную игру не играл в свое время, поэтому не могу сказать, насколько сильно отличается, но в комментариях люди пишут, что... Да что ж такое? 5%! Хана! Амба! Так, нужно отступить. Пишут, что сложность, короче говоря, там была довольно сильно больше. Да ладно. Не так важно, потому что мне даже на этой сложности играть крайне интересно. Снизу летают души. Где они? Вот они. И не только снизу. Вообще, на мой взгляд, вот то, что тут происходит, это капец, как вообще по полной программе. Ну, вы посмотрите, это же, это ненормально. О, капец. И почему-то еще мне это все напоминает, я не знаю, Oblivion из Elder Scrolls. Ну, видимо, потому что там... Ой, тихо, тихо. Давай только не ты, а. Ой, какие-то новые зомби. А, вот такие же зомби, мы их видели, испытуемые образцы в криолабораториях. Значит, их отсюда притаскивали. Понятно. Грохнем. Хорошо, как тут шумно, это офигеть просто. Но в целом жить можно. Так, патроны и пистолет, что ли? Тут патронов мало, давайте возьмем плазмоган. Почему бы нет, давно не брали. У нас полный зарядник. О. Ты, надеюсь, один? Ну, кроме него, там, конечно, еще это, да? Это тихо-тихо. Так, проход зарос, отлично. Я не могу отступить назад. То есть моя трусливо-отступательная тактика тут не работает. У нас 34%, давайте сэкономим игру. Офигеть, просто офигеть. Нет, все-таки в дельта-комплексе мне было как-то поспокойнее. Здесь просто совсем какие-то злые ребята у нас. Уй, твою мать. Прям хапнул. Дохну. Не попал. Хорошо. Все-таки, на мой взгляд, лучше было бы, если бы они не исчезали. Мне это, честно говоря, не сильно нравится. Ну, понятно, там это было сделано для сохранения оперативки. Подожди. Блин, я уже пугаюсь всех углов. Хорошо. Так, кто там сзади появился? Мы куда-то... Блин, ты тут не один, по-моему. Вообще, знаете... лучше... Да, отвяжись ты, ёлки! Вот так вот делать. Вот и все проблемы, на самом деле.
Я не знаю, будут ли тут враги более страшные, чем вот эти бабайки барона ада. Но барона ада достаточно серьезные противники. Хотя, если говорят, что в обычной версии они были еще сложнее, я представляю, насколько они рвали там. Так, еще один, смотри. Да, блин, попал. Вдох, не жену. Живой, смотри, он сюда не может попасть. Вот тупой. Конечно, их шарик. Ой, блин. Это было эффектно. Их шарики могли бы летать быстрее. Я успел чайку попить, пока они долетят до меня. Там за спиной еще один, по-моему. Нет? Только тут. Ой, вот, вот тебе не надо. Фу. А тут можно жить, по идее. То есть, после всего, что мы уже прошли, как-то ад. Вполне себе обычное место. Не сильно выбивается из общего ряда. Да, блин, новый. Прекратите там респаунс, нет? Причем враги такие мелкие, они несложные, просто беспокоящие. Это раздражает еще больше. Ох, там у нас что такое? Свинина какая-то, что ли? Тупо кусок мяса. Ну да. Мясницкая. Опять вы. Ну тут у вас просто какие-то промышленные, я не знаю, количество. Ладно. Шо? Кто это там так? Это чьи звуки, интересно. Пойдемте проверим. Блин. Интересно и жутко одновременно. А, ну я так и думал. Ну хорошо. Терпимо. Еще кто будет? Потому что это для нас уже не количество. Ад, по идее, должен пугать, но если он в предыдущей серии на самом деле как-то напрягал, то сейчас просто... Ну ты уже понимаешь, что враги в таких количествах, в которых они лезут тут, серьезно тебя повредить, то есть тебе навредить не могут. Поэтому как-то я успокоился. Вот если их будет переть раза в три больше, тогда уже... Ой, твою мать. Так, ну ладно. Готов. Пока что врага меня бояться надо. Это круто. Вообще приятно поиграть такой. Так, пардон, ребята. Вот тут, я думаю, пострелять у вас будет удобнее. Это... Да, блин, но мелочь-то пузатая. О, так, хорошо. Ой, да ты откуда взялся там, а? Блин, откуда вы лезете, елки-палки? Как тесно. Еще? Вроде нет. Ну и ладно. Фу, какая дверь, да? Многозначительно так демонстрирующая, что нас ждет внутри. Прям приглашает. Еще. О, там опять кишки по стенам. Да, блин.
Я, кстати, погуглил, и на самом деле в этой игре нет зональной системы повреждений. Поэтому хоть ты ему в пятку стреляй, хоть в лоб, разницы особо нет. Поэтому люди, которые в комментариях писали, стреляй ему в глаз, четко в глаз, это все глупости. Это нам ничего не даст. Ух ты, а тут прям Silent Hill какой-то. Местный ад многогранен. Правильно говорят, у каждого ад свой. Да, неприветливо. For every step you take, your soul moves closer to me. Чем, говорит, ближе ты ко мне подходишь, тем ближе ко мне твоя душа. Это посмотрим, Бертругер. Попа не треснет от таких заявлений. Suffering and pain. Страдания и боль ждут тебя. С мягким знаком. О, еще наши. Ну как наши? Не совсем наши, конечно. Вниз нам явно не надо. Ты посмотри, какие. Прям коленные суставы какие-то. Спаси нас. Ого. Ого. Вашу мать. Тихо. О, там какие-то летающие хрени. Нужно их сносить, что ли, я не знаю. Тихо, тихо, тихо. С фонариками. Тихо. Так, архитектура местная понятна. Уничтожь, говорит. А он сам слепой, что ли? Подожди. Они ему подсвечивают, где я нахожусь. Тихо, тихо. Минус. 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 А, понятно. Нам шепотом подсказали, что уничтожь искателей, и тогда охранник будет уязвим. Так? Я думаю, так. Капец, у нас 85 ракет. Еще попадать, конечно, с такого расстояния это будет сложно. Но в целом битва... Если все дальше так пойдет, вполне себе решаемо.